Приветствую всех на своем канале. Смотрите, красотень. Растет пшеница в поле. Ее тут очень много. Высокая. Ситуации, когда нужно срочно уехать, а оставить своих любимцев не на кого. Не хочется звать соседей. И на помощь приходят такие средства, как горшочки с двойным дном. Сейчас вам все подробно расскажу и покажу, как я это делала, когда уезжала в свое время в отпуск. Вот посмотрите, эти прекрасные горшочки я поставила в ряд, чтобы вам было хорошо понятно, что это за горшочки. И смотрите, как в них чудненько растут все орхидейки. Вот. Пафиопедиумы замечательно растут. Минички. Бабочка, смотрите, какая приятная, красивая. В двойном горшочке. Да, затем вариатная орхидеечка. И еще одна. Я по две посадила для экономии места. И когда цветет с двух сторон разными цветами, очень привлекает внимание. И здесь тоже варигатная, немножко другая варигатность. Тут более, видите, наполовину практически варигатность, а это по краям. И цветочек, тем не менее, тоже немножко другой. Итак, сегодня о горшочках. Вот эти самые горшочки. Они прозрачные, с двойным дном. Вот видите, как он устроен. Фитиль, то есть искусственная ткань. С двух сторон вставлены дырочки. Здесь просверлены тоже равномерным путем дырочки. И когда мы наливаем... Ну, это немножко была вода здесь и позеленела. Я уже не стала. Новый горшок, но я набрала воды там, и она немножко позеленела. И не успела открыть. Когда мы наливаем полную часть нижнего отсека, и фитилек поднимает влагу к корням растения. В данном случае у меня растения растут в керамзите. Сверху я мхом прикрыла. И наливаю я полностью, набирается нижний отсек воды и на палец чуть выше. И в таком состоянии я оставляла свои орхидеи на долгое время. У меня есть видео, я оставлю ссылочку в верхнем углу, чтобы вы посмотрели, когда я уезжала и когда я приехала, в каком состоянии они остались. Чтобы подробно было видно, все понятно. Горшки эти, конечно, бывают разного для одной орхидейки. Это для двойных я купила для экономии места. А вот для одной орхидейки, видите, вот у меня далматинец здесь растет. Это отцвел вот. Один цветочек остался. Красивый такой был. И вот я его посадила в двойной горшочек. Тоже с фитилем. Видите, ну тут больше расстояние. И фитиль подлиннее. И я набираю вот до этого уровня. Видите, и на палец. Так палец ставлю, чтобы керамзит чуть-чуть был влажный. И ему все хватает. Тоже вот это Калипсо фирма, а это какие-то другие. Неважно. Фирма роли не сильно играет. Вот он поднимается, этот горшочек. Видите, как удобно. Фитилечек есть. Корни видно. Орхидея корнями свет себе добывает. И очень удобно. Мне кажется, что это самые удобные горшки для посадки орхидей. Можно, конечно, еще посадить. Вот у меня орхидейка есть, попугайчик. Можно поставить ее вот так вот просто в кашпо, без пересадки, без ничего. Поставить в кашпо и налить
на дно водички. Это будут мокрые пяточки. Но если ваша орхидейка так долго будет стоять, она, ну, как бы переувлажнится. Может, ей ничего не будет, но подстраховаться лучше другим путем. У нее фитиля здесь нет, и она достает корнями только если влага попадает. Можно набрать керамзита на низ, насыпать и поставить орхидейку. То есть будет влага испаряться, и она будет тем самым тоже влагу добывать себе. Керамзит будет постоянно мокрый. Но вот эти горшки, мне кажется, что они намного лучше и более способны выдержать тех условий, которые, ну, у вас не будет дома, чтобы ухаживать за вашими орхидеями. В общем, приобретайте эти горшочки, пробуйте. Не сомневайтесь, они вам 100% помогут отдохнуть и вашим орхидейкам быть в полном красоте и здравии. Вот посмотрите, моей вариатной орхидейке все нравится, она даже выпустила цветоносик. Но это не корешок, это, скорее всего, цветоносик. Видите, он остренький и немножко другой формы. Корешок вот такой формы идет, а это цветоносик. Она у меня еще не цвела в домашних условиях. Ни разу хочу посмотреть домашнее цветение. Она очень красивая должна быть. И рядом орхидейка посажена. Это в такие горшки можно сажать мини и миди. А большие орхидеи нежелательно. Они будут переваливаться на бок, зарастать. Ну, говорят, сплетаются корнями. Ничего там страшного. Разобрали, выложили на поднос. Перевернули горшочек, выложили на поднос. Керамзит рассыпался, корни разровнялись. И если надо, можно и пересадить, если будет огромное растение. А если маленькое, так пусть себе растет. Видите, расстояние между ними очень хорошее, удачное. Растение в растущем виде. Листочки, вот видно, растущие на каждом растении, видите? И это очень хорошо себя чувствует. Здесь тоже я посадила два растения для удобства на подоконниках. Ну и вообще ухаживать удобней. А здесь я посадила аж три растения. Это вообще сказочный будет вид. Видите, какой пышный кустик получился. Здесь разные сорта пафиопедиума. Один из них цвел. У меня есть видео, посмотрите на канале, как он цвел красиво. А остальные буду ждать, когда зацветут. Вот этот Мауди, интересно, как он зацветет. Он салатовый должен цвести. Ну, посмотрим, какой зацветет, такой зацветет. А сегодня я вам рассказала краткое видео о том, как оставить своих любимцев орхидеев на время вашего отсутствия, пока вы будете отдыхать в отпусках. В этих горшках посмотрите, как чувствуют себя мои орхидеи. Вот я взяла другой горшочек. Я вам показывала цветение этой орхидейки. А теперь покажу корни ее. Корни, посмотрите, как разрослись корни в этой системе посадки керамзит. Керамзит мне очень понравился, так как он не сильно намокает, как кора, и кора превращается от переувлажнения в труху. А керамзит держит свои свойства и влагу удерживает. То есть, когда горшочек на фитиле у меня, фитиль попадает в нижнюю часть горшка, набирается влаги, и по фитилю керамзит смачивает, ну, сам себя, набирается влаги. И растение пьет, и посмотрите, какой результат. Все листочки растущие. Сверху я немножко приложила мхом. Вот видите, в этих местах. Не так густо, чтобы было набито мхом. Ну, вот здесь у меня было больше мха, я положила больше мха. Чтобы не испарялась влага в воздух,
мох немножко как бы прикрывает. Мох я не мочу, я поливаю по краю горшочка, и стекает водичка в нижний отсек. Вот этот горшочек нужно помыть, он позеленел, он стоял к свету, и, конечно же, от света зеленеет вода. Ну, у кого есть аквариумы, те знают, а у кого нет, ну, я расскажу. Вот такое коротенькое видео на сегодняшний день. Спасибо всем за внимание. Можете спокойно, у кого есть такие горшочки, ехать в отпуска и не волноваться за то, что ваши растения погибнут или не достанется им влаги. Всем удачи, всем пока. Оставайтесь на моем канале. Следите за новыми видео. Всего вам доброго.